Я громилу заберу. Ну, квест взяли обратно? Да. Да. Всё. Наверное, погибель, наверное, сегодня забьем, да? Можно первый за РТ. Посмотрим. Или после РТ. Да, ну, там бить-то не... Минут 20 бьется максимум. У нас есть место в кару? Вряд ли. Ну, если никто не придет, то не бьется. Если никто не придет, меня напишет. Я бы тоже сходил бы. Вот почему ОФГ не пишется, когда я набираю? А я не видел. Я вот увидел, написал. А вот почему ты не видишь, что его 3 дня спавнишь, кстати? Почему не я вижу. У нас уже все знают, что ты статик пишешь. Ну вот, еще не берешь. Уже все пожелали удачи. Десятку еще. Десятку, 25-ку, хорошо. Ты там десятку искал. А лучше даже гильдию я нормально правила распределения шмотов. А какие тебе нужны правила распределения? Ну, хотя бы, знаешь, не сидеть месяц без шмотов в гильдии, чтобы напарник 10 поебали, только тогда шмот. Знаете, у нас, знаешь, как вот мы совместно с другой гильдией ходим в рейды. Я роляю шмот и говорю, нужно кому, и тишина. Не, чтобы там понимать. Любой шмот нужен кому, и тишина. Я с офицером обсудил насчет этого. Я спросил, допустим, будет ситуация, выпаду где-нибудь, там, не знаю, запястье. Ну, словно. У нас будет ЛМ какой-нибудь флерестер, и у него ему надо будет на Энха на Окспер. А будут ханты, им на мейнстек не надо будет. Отдадут мне, который не набил еще 10 КИП, или челу на Окспер. Мне на мейнстек, ему на Окспер сказал, что я буду. Чтоб ты понимал, у нас за Ломана упал лок, и ты знаешь, кто его забрал? Вар. Да. Ну потому что рантов не было рейди. Я видел робы с двумя кинжалами вот этими. С двумя сокетами этими. Это обидно было. Я хотел нахантать себе. Я видел фури вара с двумя троллейбоями. Коня офнить. А там два троллейбоя можно? Да. Этот. Ну чё, по танкам. Этот. Я тоже видел. Не тупи, танчил лока. Да хуй знает, да нет, но я обычно вот здесь Олма всегда танчил. Да, Олма, вот он и есть лок. Да, дай ассиста на войда там. Да, да, сейчас сяк. Че, рыбку поставлю пока? Баф дайте по чуху. У нас двое ФК там стоят сейчас. Все придут, пока тактики объяснят людям. Ну танка. Да-да-да-да. По, не по собаке, а по Олму. Собака тут причем. Олму даешь косноязычие, когда он активен. Все. И там, по идее, первый взрыв собак скипается. На всех, там, братан, Красноярск кидай, похуй. Да реально, кто активен, от того кидай Красноярск и все. Это работало, кстати, ты когда на этого, на Олму кидал красноязычие, там собаки пропадали, а каст еще не заканчивался. И тебе сейчас мешка гесанит на выдастся. Давай. Короче, по-любому активному косноязычию кидайте. Сейчас покажу. Фонки честь гесанит? Гесанит? Гесанита нет, здесь сердолик. Не, не интересует. Все там, все здесь, давайте готовность. Ой, ты сказал уже что-то? Сейчас я метки только поставил. Ну, короче, этот самый, Гула, у тебя два моба, короче, вон где звездочка и этот треугольник. Кеглер и король. Этот Олма в черепок ставишь, не тупи, а я держу, короче, крест и луну. Вот кто, когда бить, вам скажут. Никогда не бейте, когда не говорят. Когда бить, скажут, потому что агро может быть не набрано на боссе. И еще, когда на боссе вот этот баф минутный заканчивается, там секунды две остается, стопайте дамаг. Ну, там от дотки он, конечно, сагрится, там, ну, перекидывает агро, короче, это большое набирает цифру агро. Вот, танки там, готовьтесь таунтить. Ну и все, а танку, ну ты где? Где вот мы сейчас стоим? Вот где-то здесь. Будешь собак собирать. Сейчас. Где-то вот здесь, в ромбике. С этого, когда Олл будет открас, 4 собаки будет. Вот, ну и милики там их зальете. Ну и все, а по барожинкам там скажем. То, какие танки кого забирают? Ты забираешь короля и кроша? Или как?
Я кроша и слепоглаза забираю. Не тупи, забирает черепок. В черепок ставит. Гула забирает короля и кеглю. Ставит в звездочку и в треугольник. Вон они там далеко стоят. Там его самого толкать не будет далеко? Да будет, он там будет летать по КД. Этот гула, ты же знаешь, там есть такое углубление в полу. Если получится встать, там может не откидывать, короче. Знаешь? Так я в стенку, наверное, вожмусь и все. Ну, ну да, там как удобнее, хоть стенку, хоть куда. Ну главное, что видишь, еще хилы могут не доставать. Хилы тоже смотрите внимательно. Ну, по частицам. Ну, наверное, Вероника, давай на Войда, а уже. Этот самый Инсика на этого, на гулу, так как мы по два держим. Ну и там хильте. Все, проверку можно начинать. С меня так стаки кто-нибудь скидывает, Олма. Стаки, смотри, я тебе объясню. Ты просто зеленку нажимаешь и все. Зеленка висит 7 секунд, но если у тебя то, этот. Не, у меня нету глифа. Там даже глиф не надо. А, ну все. Потому что дебаф на тебе есть 3 секунды висит. Вроде как, если не ошибаюсь. Ну будет. Давай, сейчас проверим, если что, попрошу станции. Да просто под время обновления дебафа и бани зеленку, все. Просто посмотри, на с какой секунде он обновляется, и все. Окей. Все, что там? Все, давайте добавим пол. На пол не тратить, лучше в активного потратить на пол. Скажите, когда пол, я ваш ДБМ не вижу просто. Да ты просто стой, можете ничего не делай. Пить, пока ничего не делаю, ничего. Никто не такой. Один. О. Сразу ему Красноярск. Надо, кстати, Элема какого-то на Луну посадить, сбив костов. Молитву исцеления. Веру бы дали пацану на Олма. Давайте я. О, собаку с меня сняли, да. Декурс. Ёмана. За огромный спаситель, блин, что не таунтится, пацаны, поэтому агро следите. А Кзири ты сбиваешь? Можешь декурсить маги? Тоже декурсите, пожалуйста. Я и декуршу, убиваю. Там только один маг декурсит. Ну я и декуршу, блять. Я игру, там еще маг же есть у нас. Вроде как. Лимей декурсит тоже. Собак быстрее убейте, очень долго убиваете. Там какую-то магию не используешь, бля. Опять ол. Все исчезли. Все, опять ол. Дал незыбку, испугался. Собаки исчезли. Опять Красноярск обновите, но нету Красноярска, не вижу. Олма, Красноярск, пожалуйста. Локи. Опять косноязычие, но. Так я не вижу. Еще раз обновите, я не вижу. Это Акзири, ты тут? Я братан, понял, да? Слепоглаза выбери, пожалуйста, позбивай ему молитву только. Не все косты, только молитву, и все, последи за этим. Так там второй же Элем есть, смотри, ДПС. Не похуй, давай я позбиваю. Ну, позбиваю, ну я не знаю, как он играет. Вы бейте его быстрее, сколько времени это? 16 секунд успеете. Блять, если бы не сбить этих депурсов, я бы убил. Сорвешь, ну. Это баг, да хуя. Косноязычий нет, видишь, он быстро кастует. Все, сейчас походу упадем. Если не добьем. Собаки не исчезли. Ну я так и знал. Почему собаки долго умирают? Там магия, что ли, на них? У меня сразу первый вопрос. Где вары? Мы все лучники здесь. Зачем они вообще бьют борцы? Стоим и бьем собак. Вары, вы играете должны по собак бить. Вы что делаете? Я не понимаю. Никто из миликов не уходит от собак. Никуда, ничего не бьете. Пиздец. Второго мы как идиоты, с котом пол хп им сносим, просто так. Вара, там ДПС Волма, чека и 2 миллиона. Молодцы. Танку, ты тоже этот, магию особо. Урюк, тоже Волма. Как хочешь, чтобы я агрил без магии, скажи мне. У меня агра без магии. Ну, вариантов нету, он единственный будет их хилить, холи этот протопал. Ну все тогда. А вары, вас за чего набрали? Чтобы вы чисто физой убили собак, и все. А вы бьете босса. Не надо босса бить. Убили собак, потом боссом можете встречаться. Он единственный, кто нас вайпнуть может. И второго косноязычия не было.
Он не показывал мне, видишь? А каст очень быстро шел, собаки не успели исчезнуть. Суть косноязычия в чем? Он навешивается, и каст долго идет, и поэтому собаки успеют исчезнуть. Собаки не исчезли, я так и знал, что не попадет сейчас. Ну просто сам, потому что собаки не под боссом стоят, чтобы они собак и босса плевали. Не, смотри, если собаки под боссом будут стоять, там эти... Там от АОЕшки будет захила дохуя. От АОЕшки захила будет. Короче, собак держат в рамбе, ваша задача миники их убить просто все. Вары, коты. Вы просто их за одно быша убьете. Потом уже боссы спокойно играются. Ваша задача только это. Все. Давайте без этой хуйни. Все нормально было, только единственные собаки. Первая она скипается как-то косноязычим, а второе почему-то косноязычие не кидается. Но не знаю в чем суть, почему так. И на ране забывайте похопало закидывать. Первая пати. Все, давайте. Готовность. Добавим пул. Частицы там накиньте. Угу, частицы на гула. Инсика. 5. Инту. 4, да? 3, а инта есть на всех? 2, есть, есть инта 1. На всех. Алло. Висит. Все, чилим, 3 секунды. Смотрим за Андро. Фоум опять Коснояс. Давайте собак забрать, не скрывай. Всех собак заберите. Кера пошла. Короче, смотри, если собаки остаются одна или две, проси не зыбку у того, не тупи. Да, Локш сорвешь, братан, аппарат. Тоталин ты срываешь. Не, нормально, там 30 гранов не срывает пока что. Че, убили они собак? Да, собак, все, можете бить Ому уже. Да, бьете, когда убили, собак, бьете босс. Да. Вот, видите, у собак моментально шотаются, так и должны делать. Милики не бьют кроша и не бьют слепоглаза. Крош. Милики кроша не бьют. РДД аккуратно. Вам же сказали стопнуть ДПС на последней секунде коста. Чтобы он не пришел. Кроша бьем. Милики не бьют. Вас шотнет было бы. Там бомбы в рейде, смотрите. Да. Бомбы, на ком бомбу выходите. Все в один фрейм стоите, у кого бомбу выходит на 10 метров. Первый тотем, первый гимноман сдали. Это тотем, гимноман. Сейчас лучше потом. Не затаймить. Ты говори, кто гимноману там три приста. Да, любой гимн, дайте. Здесь на уме стаков 5 можем держать или 10? Похую. Собаку убиваем? Да, милики собак бейте, получились все равно. Я сейчас не зыбку дам. Захиливайте сильно. Эма от огня, кто обмен держит? Эма, сдайте. Быстрее похит. Все, отлично. Киглер, все аккуратно киглер играем. Тотем от сил природы кто-нибудь поставься, не помешает. Собак, собаку забери. Собак, собак, собак. Так, кот по найперму инудай. А второй это... Шейми тотем и прист какой любой чупапи гимномону. Танку, отведи собаку. Собаку милики стопните. Вот на следующий холипал резайте на собаке. В кружок отведи собаку и резайте там монтап собаку. Джагу на нее синюю киньте, а то у вас маны мало. И Вероника, дай по сочному сальву. Зачем? А, ну давай, давай. Там что-то крош. Сейчас надо будет захиливать, смотрите. Всё, давай, масс сейв дай. Тот труп они держат. Дай, пожалуйста, избавиться. Киглер. Опять киглер. Опять киглер. Да, может зальем сразу. Я посильнее играю, но... Милики, если отбегать умеете от вихря у киглера, там как на Зулжине. Бля, ну не, не надо милики. Умеет такой страдать. Не, ну не типа справится. Если какие-то есть там, кто ДПСит много. Хурюк ну, тот же, я думаю. Попробуйте. Хурюк под, можешь под прожимки там сейв. Если это уверены в себе, в области, то... Да, если в себе уверены. Но если вы умрете, будет хуёво.
Сейчас уже прожимку не давайте, он будет кастовать бурю, все равно его не добьете. Просто захиливайте, там не такой сильный АОЕ, как у Кроша. Тут тема от всего природы не очень почему-то. Сейчас. Пожили, отлично. Луну. Да. Все, милики, идите на собак, РДД Луну. Два хэпала, можешь собаку. Поставь их рядом, да. Да, пускай вон хэпала об собаку резает ману. Тут пока хилит, если погладил вообще ничего, кроме там держать. Надо вам, чтобы маны немного было. Так, я Инер Пал пропал свою бойню. Сколько тогда ТМА? Пишите этот тайм, сколько 2 минуты. Дайте зубы по вейду. Если по глаз очень много на стаке. У кого гимны есть из крестов на ману? Напишите, плюс, чтобы я понимал, кому говорить. Опять все по глаз играют. Это кегля. Ага. Что кегля? Да там то ли превратили его, то ли что. А, блядь, это опасная штука. Кстати, Лему нифига себе дают. Апнули, неплохо это. Эпкон, смотри. Да, здесь магичный. Тут урон, ты из-за бафа, видишь, увеличен. Скалируется немножко по-другому. Ну а сколько им 40 дают лемы сейчас? 18 дают тысяч? А есть скапля на вайда, очень больно прибывает. Танку можешь каплю дать. А что уже все не могу. Уже поздно, да. Ничего страшного. Надеюсь, если по глаз добьем хоть одного. Да только не ловим. Не, не успеем. Давайте, Красноярск на него киньте, красноязычие не вижу. А его нечего бояться, убили собакой и все. Все, да. Собак только подальше отвезли. Вот, вы сейчас их убьете, милики, и уже будете Олма помогать переводить. Да, просто да. Красноярск по этому. Не вижу красноязычия. Есть, да, есть еще 12 секунд висит. Обновляю уже лор. Она не действует на него, походу. Надо заранее кидать. До каста, что? Да, надо... До каста еще сомневаешь. Все, собак убили, заебато. Ну, так и надо было с первого раза делать. Может, некоторые забывают. Блять. Ну, я ненавижу депурсить здесь. Ну, что поделать? На советы. Хочу ДПС, да. А, Андрей, давай гимн на ману. Хурюк, а чё ты таунтишь этого гуся? А, ставь ману. Чё за хуйня, Хурюк? Хурюк, ты с ума сошёл? Это ты специально таунтил? Киглера бейте, киглера. Ну идите добивать эмилики, только отбегайте от вихря только. Бля, Олма, не бейте. Да не бьет никто Олма, или вы его добить хотели? Там агро ебануто набирается на РДД, это вообще, да, реально. Инжура, братик, все, стопорись, он давно не активный. Реально, киглер. Пацаны радуются. Что пройдем босс. Все, мощь Олма, бейте, бейте Олма. Вары, бать, кураж вошел. Олма добьем, 200 хп там. Просто подбиваем его дотками. И, наверное, там маленького урона все равно. Подбиваем пока. Сейчас вот этих два недобитка добьем. О, слепоглаза, РДД разъебывать. На Олма просто допьем, чтобы добить его сразу. Он говнистый, пиздец. Ненавижу Ионисиса. Все, кеглю убили, откидывающий. Можешь поближе сюда к луне. Опять Олма добиваем теперь, заебись. Там смотри, близко к боссу не ставь. Он это уешит. Немножко от короля отойдите. Все, Олма добили. Он это вскипание крови дает, вот этот король. По 140 нормально, не спеша, пиздец.
Там 15 тысяч вы его сейчас убьете. Ебать, да, жесткие, но. Ебануться. Сейчас... Блять, а куда летит? Показывает, что он с милики, короче, вообще не бейте тут. Не киглят, тут вообще хуйня. Все, ждем леса и маны. Можешь об короля резать. Че, блять? Так, Чупапи, давай гим с Шейми вместе. Дебафы, смотрите. Сейчас дадите ЕМА и Мастер-Проб, и этот еще. Андрюха, короче, я буду не зыбку давать, ты дашь этот гим на ХП. Сейчас, когда он начнет кастовать, готовься. Я могу Сакру дать. Сакру на второе дашь. Оставьте, если... оставьте на короля. Все, готовьтесь. Король, давай, Андрюха. А, Андрюха, гим, ага. Давайте транквил сдам еще сейчас. Помогу подхилить. А сейчас же добьет. Оставать не будет, наверное. Да, да, добьет. Гера откатилась. На короля. На короля уже, ну. Короля. Только надо посмотреть, какой баф на нем будет. Если... Там, короче, самое главное иссушение, чтобы не было, да, не уебало. Там бомбы, немножко на рейндж встаньте, чтобы бомбы не дамажили весь рейд сразу. Короче, на место крошу встанем, как бы. Пусть король также стоит там. Все, на короля. Слышь, давайте, Гера. Там иссушение, кстати. Милики, уйдите. Милики, аккуратно, будет бить больно. Пускай кто-то один самый топ ДПСер бьет. Кто там из них топ, я не знаю. Он же, по-моему, неплохо давал на это. На магике. Вероника не разобрала. Так, ну это самое. Груля танкану. Вот да. Это закроет как раз три танка. Чё? Танку там у этого. Не знаю, ну смотри как хочешь. Или миликов, если не будут хватать. Да, миликов, если чё. Миликов нахуя, по-моему. Если чё, танку у этого, как он называется, у Ретрика. Да, ГМХМ надо по КД ходить, печеньки фармить. Ну, тут плюс квест, еще все, прям все звезды сошлись. Еще бы если печенька одна на мне сошлась, блядь. Да. Может, стролишь сейчас. ГМХМ самый легкий из всех ХМ. Нет, сейчас коражам легче, чем ГМХМ. Ну, если все знать правильно и все делать, то да, легкий. А если... Даже целка 10 тяжелые может быть, если... А если всякие тролль ДК приходят, блять, 40 тысяч хп без воли мертвых, блять, и еще спрашивают, нахуя 3 танка, блять? Мы целка 10 закрывали с 220-м вагоном. Так это понятно, если пачка другая нормальная, ну, 9 челик. По Найтнерму надо бейнер закинуть, если есть код. Все мочились пока. Кстати, о, быть на королях даже с этим, с войдом в пати, идея херня. Почему? Я пати нормально, а что? Но тебе тотем сильно нужен? Ну, слушай, когда ты стоишь с 1% маны... Вообще да, надо, надо, надо. Да я просто танком твой баф дать. Да нам пофиг на это. Эльфов бездна тебе добавить. Мы и так сильные, мы и так сильные. Ты думаешь, танкам прям так нужно вот эти вот 2% стамины? Реально, а что ты меня не закинул к ней? У меня и батарейка есть. Ну я закинул тебя с хапалом в одно пати. Видишь, мало и... Не-не, я говорю конкретно на королях надо менять пати. Ну да, ману, чтобы резать, ну тяжело без маны. Тут-то я руками не могу пойти. У меня раса просто такая, не лезущая мана. Поэтому... Так, чё, мы пробегаем, мы же не бьем, да?
Да, конечно, времени много. Ну все, вон, 0%. Вау. А ты по-любому оверхилишь. Да, оно оверхилит. ГЦ. ГЦ, о. Пуха. Это моя. Ой, бисовая пуха на ГДК. На ГДК нет. Для хорошая самой. Пуха это на ГДК. Чё, готовы пробегать? На нишку. Чё у вас там? Бежали танки вперед. Это же до нишки. Так, ладно, шучу. Давайте побежим. Там главное есть кому стать диваны, раскинете, короче. Давай. Кирас, так вы чё, без меня, блин, блин? Ну, потом скажешь, я всё равно что-то не хотел. Чё там? Да не растягивайте. Давайте быстрее идем. У кого-то есть масс-рез, чтобы его сразу выяснить? Просто пишите. Что есть? Окей. Вы долго умираете или нет? Только вы так разбежались в разные стороны? Не разбегайтесь далеко, вы умрете сейчас. Почему? Я вам изучил визику. Поэтому я от вас и ушел. А я вам визим, не пофиг. Что я сагрил? Ой, блядь. А, вы все прям вообще все умерли? Где чё пропять? Сейчас я увесну. Масс-рез даст. Я даю масс-рез. Да, окей. А, это что ли? А я её резу. Вот он там умерли, и до вас масс-рез не дошел. Поставьте шкаф. А что там, не резнешь, что ли? Его? Ману где еще он? Тратить. Если ты не милик, строта легче легкого тут. А ты не милик. Адзири, ник такой еще убер Адзири, когда в поле играл. Понял, тема была. Так, остался бой, давайте пока поставлю рыбку. Я уже пас. А, окей. Блять, что-то подошел, пропал рез, блять. Доставай ли этот засуманен шкаф стоит? Так, еще раз проверка у всех квест, да? Да, повелитель Гронов. Все, отлично. Как же много людей ходит в Кархейм. Что за квест? Да, этот, для горожан. Что, тех мобов убьем? Нет, я что-то не помню. Надо, нет? Не-не, не надо, они не мешают. Мильки поставь для мириков. Или пати распредели, как надо тебе. Что, не это самое? Так, что у нас? Танку в ком? Кто, сколько танков у тебя будет? Вот это татарин Эвастер, нахуй. Нахуй ты это делаешь, сука? Чё, блядь? Спалился, блядь. Нахуй ты по рыбе тыкаешь? А чё это? Это тебя, ты рыбу затыкиваешь, мы тебя спалили. А чё это? Это ты жрёшь, получается, в три горла, блядь. Всё, минус 50 кровь, нахуй, за то, что похавал. Жёстко вообще, ебать. Ну там на ней сколько? Тело похавал. Там сколько стаков на ней? 50, да, всего? С голодного края. 150 ну стаков. Вот. Если ты типа 50-40 раз тыкнешь, то поедят только 10 человек. Ага, бесконечно. Ну все, теперь ты знаешь. Так, ну и что там получается? Кто бегать умеет? Так, допустим. Танку давай в ретрика. Че, хант поставит пята.
Мухан, вот там, там пят спину бьет постоянно, босс. И что, мне получается, тебя сочи? Ты ставишь неактивный. Нет, надо мне оставить. Ты ставишь неактивного и стоять поставишь. Да, все. Хорошо, я понял. Ладно, тогда вместо тебя кто может пета поставить? Либо Лок, либо Мак Фрост. Да я поставлю пета. Подожди, у нас Гула закрывает руки, и не тупите тоже закрывает руки, да? Да, не тупите, они закрывают, да. Я могу подамажить, если мне нормально дадут. Да, нет, надо руки, чтобы это... Два танка руки, остальные РДД 3-4 там... Да, третью. Ну что, вместо тебя кто будет ставить, чтобы пати перекинуть? Ник, скажите, кто пета поставит, не проебется. Я поставил уже пета. Ты это кто? Там, он дальше поставь. Он не там стоит. Сейчас я поставлю крестик, где ставить пета. Если что, он хотел там третью пати кинуть. Сейчас разберемся. Мне же потом не придется постоянно туда-сюда бегать, чтобы отводить его и обратно ставить. Если он только не умрет. А ты что, меня поставил туда? Зачем? Ты что, тоже ставить буду? Блять, ну надо вместо тебя кого-то, чтобы кто пета ставит. Я поставил просто, а кто руки закрывать будет там? Не, я тебе говорю, кто будет ставить пета, кроме... Вот первая, вторая пати, 10 человек под боссом. Ну кто вот, смотри, пусть тогда маг поставит. Какой? Я поставил и Лок какой-то собаку. Ой, блять. Я, это охуенный ник. Хант, блять. Хант, я вижу, ты стоишь в первой пати, я знаю, что ты поставил. Лок татарина. Так. Татарин, да? Татарин, не проебешься? Если он умрет сам, тогда пропадет пет. Поэтому ему нельзя умирать просто. Ну вот, я тебя... Ну, типа, смотрите, чтобы у него пет не умер. Хант и татарин за своими петами, смотрите. Ну, все, я тебя поменял с ними местами. Ну вот, первая, вторая пати... Это... Вы знаете, да, смысл? Под ошеломляющий удар надо находиться перед лицом босса, чтобы было 10 целей. Иначе, если будет меньше 10, он будет сразу адски кастовать, и мы просто сдохнем. Можно кота в третью пати? Ну, ты... Ну, можно в любую. Только ты помнишь, да, что ты под лицо подбегаешь? Мы будем в лицо бить или постоянно бегать? Как вам угодно. Ну, типа, если... Главное, под ошеломляющий попадать. Если вы, типа, ну, отдупляетесь, если вам нужны команды налево-направо, то стойте... Ну, если вы тупой, грубо говоря, то стойте в крестике. Если вы понимаете, что делать, то бегайте за спину, бейте, как вам удобно. Но надо вовремя подбежать. И еще надо не встать в руку случайно, когда вы будете там за спину бегать и в крестик. Потому что если вы в руку встанете, на вас будет замедление, вы не добежите, меньше 10 целей попадет под ошеломляющий, и будет адский, блядь, по рейду. Ну что там? Ты метки раздай танкам, где они руки закрывают. Блядь, я ебу. А если ошеломляющий и адский одновременно будет? Не бывает такого. Там скажут за спину. У него доходит рага до 100, и потом ошеломляющий, за ним сразу адский. Это вам скажут за спину уйти, и все. Ну вот, все, этот... да, ну, на пуле босс вот где-то со стороны звезды и вот до треугольника где-то может в той стороне раскинуть руки. Вот даже вот возле треугольника может раскинуть. Вот когда первый раз шар туда прилетит и с треугольника до звезды там будет огонь, туда уже руки не будут кидаться. Они будут кидаться в кружок, будут в ромбик и будут под босса непосредственно. Вот где босс будет стоять в крестик лицом. Значит, вы не тупи и гула, вы стоите вот примерно в центре. И один бежит, допустим, в кружок, другой в ромбик там. Или и в кружке бывают две руки. Остальные РДД вы смотрите и в ромбик, и под боссом пару челиков стоит, и в треугольник смотрите с пула. Как огонь туда прилетит, уже в треугольник можете не смотреть. Все. Все, что надо понять здесь. Если вы не закроете руки, будет вайп. Все. Все поняли, что делать. Закрытые руки, счастливый рейд, как говорится. Там три пета стоит, так? Ничего страшного. Подбегайте сразу сюда, первая, вторая пати, кто в кресте. Что там, можно отсчет там, ничего, если все... не тупи. Все не... готовы? Не тупи, не принимает. Не тупи. Не тупи. Не тупи, ёпты, блядь. Да. Да, блядь, где он теперь? Нет масла на пол. Ой, босс держит, да? Да, да. Он, походу, давно отошел. Да не, мне писал. Что писал? Ну, вот он вылетел из Дискорда тоже.
Этот ремейк, ну ты просто бьешь. Он просто так не ушел бы, что-то случилось. Ты был тут ремейк, нет? Или ты первый раз тут? Короче, смотри, так как у тебя, как у мага, есть блинк, способность, скачок вот это, ты ее используешь тогда, когда видишь, что людям добежать до рук далеко. Потому что руки появляются там, и через 4-5 секунд они захлопываются. Если рука захлопнется и в ней никого нету, то будет по всему рейду дамаг. Вот. Что, мне тогда в танк прыгнуть, руки закрывать буду? Да, блядь. Ну, а что, он все, пиздец? А что, ты себя не закроешь? Я не могу бесконечно. Но он просто так не уходит. Ну, что случилось? Да я не знаю, как. Давайте 5 минут подождем и... Хуй знает. Сделаем. Хуй знает, как хотите. Можно без него начать бить. Да спекайся, что начнем, блять, хули. А, сейчас. Какой дискорд есть его? Не, ждать не будем, сейчас я спекнусь. Дайте минутку. А, это Мулин Руж, я его знаю, блядь. Блядь, говорит, свет да, вырубили, да. Декатанг. Ну так это ну, да. Свет это вырубили, ну когда дадут, неизвестно же. Ну я не знаю, но мы начнем. Ну, типа, я написал ему, что мы начнем. Да, кстати, да, он Мулин Руж мне писал. Это он. Нам танк нужен? Нет, никто не нужен, я сам закрою руки. Вместо него. Ну все, давайте там. Добавим пул тогда даем. Еще раз готовность и добавим пул. Тогда, Женя, ты закрываешь руки. И любой АДД. Не принимайтесь. Все, третья, четвертая пати, вы ответственны за руки. Хилы, даже не напрягайтесь. Типа, стойте, хилите. Я могу по возможности да, под боссом позакрывать. Да, да. Ну, типа, лишние там, ну, чтоб вы не сдохли только. Геру спомню. Да. Только за гром следите, если босс плохо поставится, пиздец. Элик, только смотри постоянно центр. Я всегда с центра смотрю. Сперва там до треугольника. Где Геру? Гера. Все, золотами 5 секунд. Руки. Один в центре. Давай. Один из печеньки в центре закрою. Все. Я закрыл. Я баф твою. Давай сам попросишь, что он дебаф. Так, руки 10 секунд. Смотри. Хочется ошеломляющим, он сразу руки появятся. Два в центре, я самый дальний закрою. Один под боссом вроде стоит. Звездочку не закрыли. Бразилия, беги резко и сочного. После ошеломления дай мне ее. И возвращайся. Я дам бой по-ински. Ну блин, было после только что, ладно. После этого мне бояр дай. Иди, беги. Руки закрывайте. Под боссом одни руки справа стоят. Он резнул тебя, нет, что-то? Да, а, вот. Я похопал, дам бояр. Все. Сразу не руки не закрыли? Да что-то, блять, этот 4 единицы он накопил быстро. Диван? Да, давай, да, диван, ибо не диван. А как вы руки-то не закрыли? Что-то он, блять, кто-то сдох или чё? Какая-то хуйня с 96 сразу адски стал поставать. Снимай диван, быстро отбегай. У кого там масс-рез есть? Или КД? Ну вот, у него масс-рез и есть. Угу, круто. Чё вы там? Звезда это где вообще? А, вон. Да, блядь, что-то я не посмотрел в звезде. Я с центра побежал и отбивал со мной. Можно поставить одного человека сзади, кто будет руки закрывать и параллельно анонсить там слева, справа, вниз, руки где будут, чтобы сразу бежали закрывать. Также разделить там пачку РДДшек по полостям, чтобы одна пачка закрывала слева, вторая справа, и человек просто анонсит. Как все так и должно было быть. Ну что-то пошло не так. Давайте выстрелим еще раз.
Все нормально будет. Я самый конец стал, а центр не будет стоять. Да, да, руку закрыть. Но если ты первый раз ее закрыл, на тебе дебаф будет на минуту, там увеличивает урон по тебе входящий от сил природы. И если ты второй раз идешь закрывать, то надо прожимку либо глыбу, либо какой-то сейф, чтобы ты не сдох. Неуязвимость, короче, тебе дает или иммунитет к магии? Ник, ты где? 10. Там хотя бы поставьте. Ну, ешь. Что не кушаешь? Юбав, кидай. СС я хуй знает по кому. Давай по Slayer Mage, если он вдруг руки закрывает. По Slayer Mage и по Сочному бывает. Им тут. Да ты-то вообще никак не должен сдохнуть в танке. Да. Только если руку не закроют, и тебя дамага дополнительно убьет. Все пету поставили? Три пету можно стрелять. Вроде три. Давайте готов, вместе было готов. И был. Добавим пол сразу. Ник мало. Тоталин. Вот кто за пулю, блядь, все бери. Кто в центр подошел? Ладно, Гера. Татарин, ты тут? Походу это... Ребят, сори, пиздец, свет вырубили, вот, включили. Это кто, это кто? ДК. А, ты мульнул. Смотри, с трех сторон со звезды быстрее закройте справа кто-нибудь в треугольнике. Быстрее в треугольник бегите, что вы стоите? Блядь, пиздец. Ну, ложитесь опять, в пизду. Да почему один упал? У нас только один упал. Да и похуй. Уже три упал. А, ну, что, Ваня как раз зайдет. Вань, врубили свет? Сами на два часа врубили сразу же, нормально. Ебать, 21 век, блядь, свет вырубают. Ну так, инфраструктура не у всех такая охуенная. Ну, да, в области же, в коттедже здесь это типа замена какого-то трансформатора, они предупреждают заранее обычно. Да. Mm-hmm. У нас как дождь идет, сразу света нет. Ну вот ливень уебало, я думал тоже из-за ливня вырубили. Нас вообще на две недели воду отключили. Нет, нормально. Горячую. Это везде, ебать, так что две недели ковшики хуяришь. Я в холодной моюсь, вообще похуй. Я тоже вчера набрал холодную, конечно, реально холодный, ты освежился. Ты же на духа, блядь, тебе горячая не нужна. Батя, срол, я не могу так. Неделя жара стояла, я пошел набрал, освежился, вообще кайф. Все, сейчас не тупи, будет бегать, сочный будет в сове. А я в сове буду? Ну, ну, за, ну зачем вас трое, ну я хуй знаю. Ну чтоб все руки закрывали. Ну хочешь бегай, похуй. Похуй, так-то убьется, ну. Все, тогда все руки закрываем мы. Они пусть там чуть поодаль, ближе к выходу тусуются, а ты в центре тусуйся и говори, что в центре. Они, они дверь закроют там, если будет. Вот в кружке звезде. Там первые сразу три от звезды до треугольника. Что-то очень долго шли. Не ТП, ну там не только на магов надеяться, или кто-то со спринтами, то быстро там телепортируется. Ну вот, РДД, по всему полю рассредоточьтесь. Могли везде закрыть успеть. Они скучковались слева всем, все. Пиздец. Поставьте шкаф. Сейчас дают посмотрим. А тут ДПС хватит. Главное, руки тут только. Да. Пиздец. По всему полю распределитесь. Тут дешево. Я у какой метки закрываю? Давай ты со стороны звезды, была со стороны печеньки, я с центра буду добегать. Пусть Воки порталы сзади поставят еще. Да, можете поставить. Давайте фулл баф. Только без ниндзя пулов, как это было только что. Каску там под ЭК. Каски, каски, каски. Касок вообще нет. Кто за каски отвечает? Отвечаешь? В смысле, это уже ответ? Давай по ДК еще каски. И все, буду есть. Еще раз раздай. Еще раз. Все, и ДБ был. Все, ДБ подали.
4, 3, 2, 1. Мне. Что-то краги много. Под боссом закроете кто-нибудь? Да, кстати. Блядь, я знаю, что нахуй. Кто-то с кровочервями. Или с какой-то другой залупой. Алло, блядь. Давайте, выясняйте, у кого это. Это не у кого, помню. Или демон с бесами, или какая-то хуйня. Я не знаю, у кого-то тут демон здесь есть. За спину. Почему звезда не закрывает очень долго? Под босса идите, под лицо. Под лицо, под лицо. Какие-то петы у кого-то. Сейчас будем, блять, кого-то кикать нахуй. С червями или с какой-то залупой. Сейчас руки будут смотреть. Так, одна в центре закрыла. Була, закрывай, которую он там. Один умер. Ну вот. Как он умер? О, рага не набирается. Я дам идите за спину. Это хурюга. За спину идите. Зубы по войду готовь. Давай зуб. Под лицо возвращайтесь. В ромбе закройте быстрее, ромб, 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 ромб. Алло! Ребят, ну блядь, ну вы видите, ромб никого нету. Все, опять падайте. Охуел стоят. Короче, вот третья, четвертая пати, ну я не знаю, у вас три танка. Если танки не успевают добегать, вы должны добегать, руки закрывать. Если вы не будете руки стоят, закрывать. Стоят, смотрят, прям перед ними. Просто сделай шаг и все, и добеги. Блять, пиздец, я хуй знает, нахуй. Если вам так будет похуй на руки, типа, блять, ну, можете нахуй ливать сразу, если вы нихуя не хотите делать манекен бить. Идите в клоаку, бейте манекен, блять. Если вам так нравится играть, блять. Хурюк, у тебя есть черви, что ли? Я уже смотрел таланты, у тебя нет. Да, у него есть черви, ему менять нужно из-за него, рада. Меняй, убирай нахуй червей своих, блять. Делай билд без червей. Я вроде смотрел, не было червей у него. Из-за тех червей мы, блядь, сейчас будем стаки эти терпеть, блядь. Будет босс кастовать на хватские удары по КД, блядь. И это, и присты, если еще вдруг не знали, вас двое, по-моему, осталось. Там, короче, вот ошеломляющий дает, и между ними там 15 секунд есть. Ваш пет живет, по-моему, 10 секунд. Пета давайте своего, если ману порегенить надо, вот эту собаку тьмы. Давайте только после каста сразу. После ошеломляющего сразу, если вдруг надо порегенить. Чтобы он сдох до следующего ошеломляющего, то есть исчез. Иначе он тоже сдыхает. Я не знаю, в лицо он встает или нет. Если он тоже сдыхает, блядь, или от руки, или от босса, он тоже это 20 энергии боссу дает. Это нам не надо. Так что перекачай там что-то таланты и убери эту хуйню, блядь. Вкачай в что-то другое, там, крит, там, не знаю, какую-нибудь хуйню апни, там, уклонение, блядь, чем-нибудь сделай. Продублирую сейчас. Кстати, шкаф. И то, что руки не закрываются, это полная залупа, блять. Ну, не должно быть такого. Руки всего три в комнате, блять. Если танки там есть, руки закрывают, это не значит, что они все возьмут и волшебным образом закроют, блять. Две руки могут далеко быть от третьей, блять. И танки, они не телепортируются, они бегают медленно, блять. Для этого вы все стоите в комнате. Третья, четвертая пати. Ну, ДК, можете третью вот стойку вкомпетить. Ничего силы, чтобы быстрее бегать. Ну, это ты будешь быстрее бегать, но если она реально далеко, ты хоть добежишь. Вот, нет у него червей. У Хурюка кровочерви, не взят талант. Ну, он поменял, я же чекал, в бою у него был. Так у него и до этого не было этого. Были. То я смотрел, не было. Сейчас посмотрим по рекаунту. А что у нас инска вылез? Да, блин, я в бою чекал таланты. Ничего.
Оружие, я не вижу там, где эта хуйня. У меня в это в детейлсе нет этих червей. Нет отображаться. Нет, потому что не было у него. Да похуй, давайте еще, блядь, проверкой поля. Блять, странно, ну в белде да, были тут. Рыба была, нет, что-то не вижу. Нет, по-моему, сейчас поставлю. Че по времени наш Макмарик? Сейчас. Так, что страна? Страдать здесь нахуй. Давайте без ебанины, так, нахуй. А, так, зеленые и с центра начинаем бежать, мы успеем. Не надо прямо на меток стоять. Вот тут вот в ромбике может пару РДД стоять, пару под боссом, блядь. Не стойте там, я хуй знаю. Последняя атома с видом БМП. Продублируем, сейчас скажу тебе. Ну, вон два мага есть у нас. Любой РДД может стоять. Давайте два элема будет стоять в ромб. Два лока будет печеньку, если что, помогать порталу сделать. Все, давай. Подожди, не, блядь. Да, блядь. Почему? Что случилось? Это не поставил, либо народ. Поставь, стой, 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 стой. Поставил? Все, поставил. Все, да. Во-во-во. Все, во. Нахуй вы бьете, уёбки тупые, блядь. Дебил ебучий, нахуй ты бьешь, блядь. Руки. Одна в звезде. Все закрыли. Угу, хорошо. Руки. Одна в печеньке, одна в звезде появилась. И одна в ромбе. Руки 2 секунды. После ошеломляющего сразу руки будут. Все, две в центре, я дальний сбор. Ромик, зайдите. Ром, закройте со мной. Идите за спину. Зыб будешь просить? Не, не зыбка. Сейчас зов камня, после рук сразу закрыть. Ошеломляющий, потом руки смотрите сразу. Все, дальнюю закрою, печеньки надо. Возвращайтесь. Блин, не переживайте так, вчетвером пробегаете в руки. Реально. Если видите, что кто-то бежит, все, можете посадиться. Самое главное, если не видеть ручок какой-то. Зов камня после ошеломляющего будет. Смотрите. Ошеломляющие руки сразу. Так, два в центре, все в печеньке почти. Частицы обновить. Так, ошеломляющие, потом руки сразу обновить. Один в центре, один в печеньке и в ромбе. Закройте. Так, ошеломление, потом руки сразу.
Окей, там дальнее, там враги и под боссом сразу закроются. Финик, ты иногда под боссом можешь закрывать. Я руки не закрываю. После этого ошеломляющего за спину. Все, за спину, ждите, скажу, когда прибегать. Все, под лицо, быстрее. Так, два в центре, один в этот. Под боссом, справа заходите. Все, отлично. Еще одни я не смогу закрыть, я сдохну. Бабл есть, бабл? Не закрывай, там есть кому закрывать. Бабл можешь скинуть стаки и закрыть сразу. Сокру потом не смогу дать. Не с танком закрываем, вы дамажьте. Зачем вчетвером забегаете в руки? В руки, сейчас после ошеломляющего. А эти печеньки дамажьте. И под боссом. Под боссом закройте кто-нибудь быстрее. Отлично. Вы дамажьте, реально, очень долго бьем уже. Если кто-то не успевает, под боссом и ромпа обычно не успеваем. Или если она будет в треугольнике, здесь я скажу с тобой. Сейчас будет после ошеломления руки. Одна в центре, ром и под боссом. Опять закрыл? Нет. Мать, блин, надо заняться. Под лица его не уходить? Пока нет. Сейчас руки будут смотреть. Теперь уходите. Два в центре, один под боссом. Под боссом закройте самого. Ебать, вот 10 сел закрыли в центре. Как получил ты? После этого отходит сюда. Адски. Все, возвращайтесь. Эма от огня дайте, кто от огня точно. Сейчас ошеломляющие руки будут. Давайте тотем и гимна ману. Два в центре, а три в центре, да, печеньки добью все. Хорошо. Андрюха, ты мог умереть. Там надо было, чтобы не тупи закрыл. В центре. Если что, следующую, если тоже будешь закрывать, уход в тень нажмешь. Не закрывай, закрой, просто вижу, что он закрывает. Все, я тоже вижу, поэтому не буду. Пусть сейчас я их нажму. На, сенки. Руки снова. Опять, три в центре. Все то же самое, три танка снова. Бать, прыгай уже. Пиздец, ты не брюхо. Хорошенько вой дохильди сейчас. Давай массакруху липал. Руки готовы. Должны успеть, я думаю. Руки. В центре ром, печенька. Центр ром, печенька. После следующего ошеломляющего за спину и там добьете. Ошеломляющий, руки сразу смотрю. Все, за спину идите. Два в центре, один в рамбе, смотрите. Все. Давайте. Адски. Массы по... какой-нибудь. Ну сейчас добьете. Угу. Бля, если хотят, могут. ПЦ. Если хотят, могут. Какие-то руки да, закрыть. Да. Вот лучше вчетвером нахуй закрывать, реально. Вот глаз грува заберите. У кого квест, не забудьте забрать. Глаз грува. Я уже забыла, спасибо. Так, ну давайте сразу токен с грува паролим. Ролл. Гордая единичка.
Единичка это 100. Надо кто было там сейчас написать. И Инсика на Войда ролил, на самом деле, давай мне. Все, да, давай. Так, глава. Так, это что роль? Роль, пожалуйста, печеньки первую. Здесь в любом плане за печеньки. Да я знаю, сейчас. Ой. Давай, еще одну печеньку. Роль за печеньку вторую. Пять, понял. Ой, танку. Все наролили? Нет, умрет. Да, перерол. Еще раз кину, они двое переролят. Танку и Андрюха. А танку и Андрюха давайте. ГГ. Андрюх. Кинешь на Мишку, на сочную. И вот это Андрюха тогда будет. Что там? Ага, Каминор. Пошли издавать.